следующем выпуске я расскажу свой альбомный ремейк альбома «Монолог группы» 2007 года, запись инструментов. Вот об этом я расскажу в выпуске. Вот, короче, смотри, об этом альбоме я расскажу все подробно. Очередной серии Metal TV. Сегодня я расскажу о своем альбоме «ЕПшники». Это ремейк альбома 2007 года «Монолог группы». Вот. Значит, история этого альбома. Сейчас ты можешь перейти по ссылочке и послушать промо-версию для ознакомления. Вот ссылочка здесь пока сейчас появилась в правом верхнем углу. Для ознакомления. Цена этого диска $8, то есть 200 гривен. Оформление офигенное. Тираж 20 экземпляров. Значит так, остальные партии. У этого альбома история очень длинная. В 2004 году я придумал эти самые 5 песен. Слушал я, по-моему, ну, я вообще люблю группу Dark Throne. Вот. My Dying Bride слушал тогда. И вот меня эти, по-моему, вдохновили меня эти... Эти меня, так сказать, команды, Анафема еще, да, вот там ранние альбомы тяжелые, вдохновило меня на создание этого шедевра, можно сказать. Вот. Вот. В 2004 году были записаны партии гитары, потом баса, клавиш, ну, барабаны, естественно. Вот. И потом я начал искать вокалиста какого-нибудь. И это было очень проблемно. И в 2007 году, короче, сам я наложил вокал Роулин. У меня Роулин охуенный, блин. Вот, так что... Ну, не профессиональный, скажем так. Зато мощный, да. 2007 года, «Монолог трупа» на русском языке. Вот. Ссылочку, кстати, вот сейчас можешь... Вот сейчас она появится на этот «Монолог трупа» официал CD. И можешь послушать. Мой вокал мощный, офигенный, блин, да. Ну, кашляю, блин. Так разваливать не каждый сможет. Вот. И в 2018 году я решил более качественно у себя на студии сделать английскую версию этого альбома. Дал тексты родослову, он перевел на английский язык. Ну и записал все, свел на CyberMax Digital Records. Вот, и получился самый, наверное, качественно записанный альбом в истории Torn Apart. На данный момент. Ну, может быть, еще Metal and Classicism, четвертая часть. Тоже качественно записана, да. Вот. Все песни имел в виду. В этом смысле, да. Вот. Ну и все, и потом я его издал на перепресс на своем лейбле, потом репресс на Culminus Records, и вот репресс, один еще репресс был, а это второй репресс, да, 2020, вот в таком офигенном качестве, я занимаюсь фотографией, вот, ну это как бы, там я знакомый подогнал картинку, вот. Ну все, подписывайся на канал, слушай музыку, наслаждайся. Пока-пока.
Да, кстати, подписывайся на мой канал. Обзоры, отзывы. Сейчас появится канал. Сейчас появится канал синтезаторы. И сейчас появится канал по барабанам. Вот, подписывайся. Или еще канал есть, да. Змей. Вот, тоже подписывайся, я сейчас снимаю змей. И еще сейчас канал появится. А, уже все, уже, по-моему, все, да. Все, да. Ну ладно, то в следующем выпуске. А в принципе, можешь в раздел о каналах перейти, там увидишь внизу все мои каналы. Все, подписывайся, пока-пока. И на главной странице канала этого по всем вехам ты найдешь все мои каналы. Подписывайся, пока-пока. Еще хотел сказать, еще вот что. Ой, я вот так хожу по городу. Вот такой футболочки Мэрилин Мэнсона. Я его не слушаю сам, но... Ну, блин. У меня есть такая же футболка на продажу. Я рекламирую, так сказать, футболочку. Вот она. Сзади там написано Мэрилин Мэнсон логотип. Вот. Я хотел сказать, что вот я смотрю на людей, которые смотрят на меня. То есть цена этой футболки 200 гривен. Покупай. Eat me, drink me. Вот, тут пентаграмма тут есть, вон, смотри, какая. Вот. Люди на меня смотрят. Это как зеркало. Ты видишь, я хотел сказать тебе, тот, кто, типа, о, как вы стоишь, вы как бы человек. Ну, на этого. Это ты себя видишь в зеркале. У меня защита стоит. Вот. Это ты, чувак, это ты, блин, страшила, ёпты. Смотри, какой дядя красивый, ёпты. Он рок-звезда, блин, а ты никто, а ты, фу, кусок говна. Ну все, пока-пока.